Всем привет! Хочу сегодня сделать один эксперимент, посмотреть на агрессивность местных видов по отношению друг к другу. Именно чисто драки, я думаю, что мы не увидим. Мне главное увидеть агрессию, как они друг друга пугают. Я взял небольшую такую арену. И вокруг тальком. И будем сейчас добавлять виды. Первый вид — это Lasius lasioides. Крематогестер скутелларис. Формика куникулария. Мессор Иберика. Мессер капитатус. Вот видите, как крем поднимает брюшко при угрозе. Компонатус вагус. Хочу и добавить диакаму. Вот и диакама. Но вагуса нужно будет поменять сейчас. Это не тот вагус, что я.
Да, против Капитатуса не очень. Этот вагус больше живее. Ну что ж, на этом будем пока заканчивать. Вагусы у меня день пробыли без воды, то, как говорится, это не считается. Он никакой агрессии не давал. Вот Капитатус, то видно, что агрессивный. Остальные стараются уйти. Всем пока.
Что ж, я всех забрал для образца. Они еще живы. Это тот вагус, что я первого его кинул. Возвращаю диакаму. И с его пищей. Как-никак он тянул к себе в муравейник. На этом будем заканчивать. Диакама возвращена.